Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Верик с Мири Игр. И сейчас мы с вами будем продолжать проходить наш старый доблестный Крид. В последнем видео мы с вами не прошли Крид, потому что, смотрите, в данный момент вы видите опять на самом верхнем этаже. Давайте уже все-таки пройдем до конца ее. И вот тут вот, ё-моё, лежала эта карточка. В данный момент я не знаю, почему ее не заметил. Она лежала 100 миллионов 500 356 раз. И я просто пробегал тупо и потерял, как бы сказать, время. Но, так, у нас с вами вот эта вот пердуколька в данный момент. Не скажу, что она сейчас будет таким мощным оружием, но... мы с вами взяли каточку от этого управления, ёптвою мать. Уже можно в центр управления езжать. Видите, лифт доступен в данный момент. Хотя мы с вами были там. Человеку с земли. Сопротивление бесполезно. Вы обучены. Сдайтесь службе охраны, если хотите сохранить... Я тебе сейчас сдамся. Я тебе сдамся. Жители земли никогда не сдают. Ух ты, блядь. Посмотрим, что я помечу стреляю. Ну, ладно. Так, давайте возьмем... Ну, что там пукаете, а? Так, музыка Крид сейчас у нас начнется, правда, я думаю, нам все-таки с вами придется. Убавить звук немножко. Я думаю, меня вполне нормально будет слышно. Так, что мы там с вами подобрали? Дневник лейтенанта ВС Республики Николаса Дрейка, 10 января 70-го года. Так, вчера мы снова встречали господа, ставивших. Очередной груз лабораторного оборудования, а не верх генетического совершенства, о котором можно только мечтать, не вела. Все, задолбался уже. Не буду ничего читать. Ух ты ж, блядь. Так. Я не знаю, что это за хрень такая, я боюсь я сейчас туда сейчас идти. Потому что оно... А, нет, это что-то такая хрень какая-то. Типа что-то я выключил, да? Получается. Угу. Доберитесь в центр управления. Так, ну, добрались с вами в центр управления. Так, опять ампулки лежат. Я думаю, нам все-таки придется установить ХП, потому что наш порог ХП сейчас уже... Так, сколько тут? 3 ампулки. Вот так вот. 91 хп, вполне нормальный. Так, мы с вами были уже тут. Смотрим, что у нас тут. Дверки такие. Пиздец, он здоровье заканчивается у меня, если честно. Да, так, это шлюз 5. Я думаю, нам все-таки сюда не стоит было идти, потому что оно не откроется, нифига. Музыка, кстати, громкая. Да, о, не знаю, что там было за мясо такое. Но все же нам лучше всего пройти с вами. Вот он, да, теперь. Вот реально какие-то оборзевшие люди, и прыгать по этим трупам не очень таки хорошо. Так, ваши задания были изменены, давайте посмотрим. Следуйте в карьер и определите местонахождение вашего корабля. Так, значит, все-таки мы полетим на своем корабле, а не на чужом. Умно, конечно, но все же было бы быстрее и чуть-чуть вылететь с чужого корабля. Это 4-й шлюз. Я думаю, нам тут не нужно. Так, еще раз проверим. Карьер. Вот. Нам нужно найти с вами карьер. Все. Ну. Блядь. О. А вот он, карьер.
Только в какую карьеру, я пока еще не понял. Ничего нету, обычные толканы. Как-то скучно. Это... Так, я думал, там надпись какая-то. Музыка у нас началась. Вполне нормальная музыка, знаете, для старого времени еще. Мне она нравится вполне. Она, кстати, во всех частях, кредах присутствует. В первый, во второй. То есть мы играем сейчас с вами, правда, во вторую часть. Но все же... Еще успеем что-нибудь поиграть. Нам нужно следовать из карьеры, определить местонахождение нашего этого. Вот он. Вот. Спасение юзников. Вы пробираетесь все дальше вглубь комплекса номадов. По всей видимости, этот карьер никогда использовался для добычи ценных минералов, которыми был богат данный астероид. Ля-ля-ля и тому подобное. Так, ребята, что могу сказать про свой клиент Minecraft, потому что я написал новости, скоро ждите. В данный момент идет разработка Майнкрафта, но, правда, она немножко затянулась, потому что Minecraft 1.7.10 очень требователен к компьютеру, и нужно сделать так, чтобы... как можно лучше игра была оптимизирована практически под большинство компьютеров. Там роботы, блядь, еще ходят. Давайте мы с вами тут походим. Тут кто-то пукал у нас еще. Ампулка, ну нихуя вы повесили. Ух ты ж, бля. Сиглари ходят у нас. Даже запомнил название этой хрени. Давайте сохранимся. Так. И пойдем. Почти, думаю, зря я сюда пошел. То есть я сейчас упаду, если потеряю столько хп, ё-моё. А, все, не. Ха, один хп. Ну, нормально. Пиу. Текс. Ампулки, они везде лежат, ампулки. Давайте пока пробежимся тут. Все-таки кратер, я как помню, тут он пипец какой большой, но нужно все-таки будет найти выход. Кто ж там стреляет-то? Мухи какие-то ходят. Кстати, да, как было написано, типа здоровье вот это вот... Оружие снимает больше у людей, чем у, там, не знаю, этих уродов всяких. Я думаю, если мы сюда прыгнем, то мы сдохнем. А допрыгнуть сюда спокойно. Так, вот наше, блядь, оружие. Пока, конечно, похожу с этим... Ой, пушка эта джигитская, блядь, я помню, она еще в Криде тоже, мы там... В следующем Криде я вам все-таки услышите эту музыку тоже. Там такие джигиты будут бегать на вас, блядь. Давайте восстановим здоровье-то. Видите, с каждым приемом ампулки, то есть у нас, например, 70 хп, у нас может прибавиться 15 хп, когда будет ближе подходить... к исчерпанию здоровья, тогда она будет очень медленно. Привет, видишь, 95, 96, так уже по одному хп нет смысла восстанавливать. Нам тут нужно определить местонахождение, только как. Это хуйня ходит это. Я все-таки пизжару. Ой, куда это она улетела у нас? Увидели, это я, она куда-то пропала, а потом появилась. Так, куда мы с вами еще сейчас пойдем? Пиу. Такая пушка лазерная, рикошетная, вот меня вот это вот интересует. Какая-то пластилиновая пушка, блядь, а не лазерная. Кстати, я не помню, тут в кратере тоже, когда я играл. Если будет такая замаруха, я не знаю, что тогда делать. Обрезать придется видео.
Но в данном случае мы с вами еще не были тут наверху. Давайте закажем лифт. Джигитская музыка, это уже. Так, ну мы были с вами там, а наверху тут не было. Ну, а, это для автомата. Там вот оно. Чё, снаряды медленно летят, да? Все-таки я помню, сказался. Кстати, у робота уже синий почему-то выстрел идет, а не красный. Что такое, блядь? Охуевший. Текс. Вот наш дробашек лежит. Правда, полные снаряды у него. Нам лазерки нужны. Вполне-таки быстро тратится. Шлюз у нас открывается. Текс. Гранату даже есть у нас. Броня, давайте возьмем. Тоже не помешает. Все-таки лучше запастись этой всякой ерундой, которую в данный момент пригодится нам в будущем. Так, задание было изменено. Закрыто. Что за тупые решетки, мать твою? И все открыты. Ага, что у нас там? Определить место же. Так, разрешите карту доступа. Я ее, блядь, искать буду. Шестиствольный пулемет Карбер. Немецкий пулемет, да? Вроде игра русская. А названия какие-то странные. Так, я предполагаю, нам нужно как-то каким-то хером добраться до туда. Только как? А ну вот так есть только. Я же говорю, какая-то, блядь, джигитская музыка, блядь. Я просто не люблю эти всякие хачевские музыки, честно говоря. О, блядь. А, и, кстати, что тут у нас вот тут? Я думаю, нам не стоит туда идти. Кстати, по этой хрень можно лазить? Офигенно. Только куда бы залезть? Ха-ха. Неплохо, да. Давай. На. Все, поднялись чуть-чуть. А вон сейчас еще чуть-чуть поднимемся. Ух ты ж, бля. Нифига себе. Мужик-то дерзкий. Так, мы с вами опять забрались сюда, но как нам нужно забраться туда, я не знаю. Хотя, вот так есть только. А, нет, так тоже не получится, или получится. Блять. Походим вот так. Так и... Не, блядь! Не. Хуя. Ох, проблемно будет нам с вами играть. Да, блядь! Ну, ё-моё! На нах.
Ну почему до меня так дошло? Во. Так. Давайте пойдем мы с вами. Сука. Тупой ты, блядь, паркурщик, ёпта твою мать. Я знаю, что нам нужно добраться до туда, но как? Ну ладно. Сука, блядь, заебали эти... Ага, ребята, у меня просто бомбит от этой игры уже. Вот так вот. Так. Как же нам туда добраться-то? Блядь, там же лифт был. Эх. Ладно. Вот так же. Мы с вами не добирались. Все, бля, наконец-то сохранюсь. Давайте возьмем базуку, чё мы паримся с вами ходим? Они раз пизды, кстати, нет, чувака. Ну, ступит все закрыто, ё-моё. Здесь куда-то сюда можно? Да ёбаный рот. Я же не просто так сюда пришел. Да. Эх, куда идти теперь? Никуда. Все закрыто, блядь. Я офигею. Кстати, есть карта доступа, то нам надо опять все с вами рассматривать тут. Ничего не потерять. Это же опять ебаная карта доступа. Где-нибудь тут будет валяться, и я, блядь, пропущу ее. Блин, ну я столько забирался ради этой херни. Ну, мы с вами сходили сюда. Ох, сюда нельзя стрелять. Да ну нах! Это карта доступа? Это карта доступа? Мы с вами, походу, нашли карту доступа. Опс. Оружейная опять как кот не плакал. Кроме штучек для брони у нас ничего не осталось. Давайте пойдем. Оружейная. Что за вот это за дверь? Эй, парень, из земли. Наконец-то. Мы миссия Конфедерации. Выпусти нас. Ну, бля, вот он живой там стоит, ё-моё. Я, кстати, помню этих уродов. А. Так. Человек земли. Братан, не надо тебя выпустить. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками, если хотите жить. Я же говорю, блядь, они придут сюда, эти уроды.
Блять, ты кто, ё-моё? Эх, ну ладно, на тебе. Чтоб неповадно было. Ну, я думаю, мы встретимся еще с этими чуваками, которых мы отпустили, потому что... Просто так ничего не может быть в любой игре. Так, жилой сектор. Да, кстати... Чувак живой? В чем горит весь? А почему они вот горят именно, вот мне интересно. Какими-то бенгальскими огнями. Так, ну мы с вами уже погамали. Идем в обратную сторону. Надеюсь, тут ключ нет. Пошел. Ты ж кривой, бля. Они меткие. Еще раз взю. Отсюда сходить. Как ракетница у тебя там она стоит, а толку нет от этой херни. Мы тебя установимся. Так, блин, мы были с вами тут уже. Ну, пиздец, нам идти. Блин, здоровье потратил. Я думаю, так хилькаться быстро не надо. Устанавливать хпшку. Хитпоинты. Иначе. Бля, я же был... Кругами ходим. Доберитесь до стыковочного модуля. Уже открыли. Ненормально я левит. Где эти стыковочные модули, ё-моё? Хотя, в принципе, да, нам не зря, наверное, открыли, если чуваки в эту сторону побежали. Кстати, так можно в себя попасть. Вот и все. Сохранюсь. Хоп-хоп-хоп. Так, сюда нам не надо идти, я так думаю, да, уже? Ага. Значит, ребята, возвращаемся обратно. Откуда мы с вами и пришли. Все. Ты хер с этим здоровьем, пошлите. Сейчас два. Бля, точняк, а как мы отсюда выйдем? Об этом я не подумал. Но все же мы выйдем. Вообще так. Не-не-не. Нам надо забраться нам надо сюда. Блин, чувак бегает быстро вообще на самом деле. И уследить за тем, как он так быстро бегает, просто вообще нереально. Нам забраться надо сюда. Блин, там же выход был. Ладно, мы с вами паркурщики, будем лазить по аркам всяким. О, ух, я ж чуть не обосрался. Так, ребята, я чуть-чуть подойду прям. Так, а вот и я. Давайте начнем мы с вами проходить, продолжать. Упс, что у нас тут с вами? Ну, мы с вами тут были, вот он, стыковочный модуль, как нам и сказали. Так. Куда нам теперь придется идти? Скорее всего, стыковочный модуль, потому что уже некуда идти. И вот мы с вами, походу, прошли уровень. Или нет еще? Ух ты ж, мля. Гномики эти, блядь, тупые. Сейчас я тебе, блядь, оттуда настреляю.
Кстати, эти баночки, они раньше взрывались, а сейчас нет. Так, у нас тут закрыто. Я думаю, нам нужно идти туда, откуда побегали эти гномики. Нету. Куда же идти? Скорее всего, зеленую, да? А, чё же я не догадался-то. Все. Штурм. Иногда судьба более чем неожиданно вмешивается в нашу жизнь. Освобожденные вами узники тюремного блока Вольной Республики оказались пропавшей миссией Конфедерации еще на границе Солнечной системы. Ага, так, так, так. Ну что ж. О, начинается это время, где мы с вами будем и пашить по полному. А это, как она называется, эта хрень? Чуть даже не показали. Всем отрядам, я база. Наша задача уничтожить... Кто-то был тут, видели? Удачи в выполнении задания. База, я седьмой. Налево нет прохода, похоже, тупик. Дельфин мы подобрали с вами. Седьмой, ищи вентиляционную... Вот он, дельфин. Будем стрелять так же, как эти тиглярьки. Тибус, а, ну, это вполне нормально снимает ХП. Как я раньше говорил. Оружие от... Unreal. Не Unreal, а Quake 3. Так, я же пил. Нифига ты как палишь. Да заткнитесь вы. Они сейчас так будут орать просто всю игру, блядь. Всю эту игру. Тут закрыто, тут закрыто. Дейв, они обошли нас. Дейв назад. Дейв. Угу, куда же мы с вами пойдем? Почему пишет зеленым? Нарисовано. Здоровье, командир. Дэйв, попробуй обойти их через ту щель. Понял. Так. Возьмем мы с вами эту пушку. Кстати, она мощная, пипец какая, я вам скажу. Вот эта пушка сейчас, к которой я иду. Ух ты ж, блядь, 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 не бай, сколько их тут полно ж, блядь. Вот, одним выстрелом. На. База, я второй. Нахожусь в блоках, осталось по бомбоекомплекту на человека. Нужна поддержка. Второй, я база, четвертый, недалеко от тебя, держись. Так. Второй, я четвертый, выдвигаюсь слева от тебя, не стрелять. Кстати, он не сдыхает даже. Он вот... Или таким же оружием. А, я просто не попадаю, скорее всего. Второй, я четвертый, выдвигаюсь слева от тебя. Не стрелять. Все понятно. Ух, тут все оружие и наши чуваки. В коридоре направо. Дэйв, попробуй обойти их через ту щель. Все, они сейчас будут через свои тощие, бля. Худые, толстые, бля. Давай, нах. Блядь, не попал. Вот это печалька. Двое рейнджеров в коридоре направо. Дэйв, попробуй обойти их через ту щель. Понял? Ух, еще вот такие вот фигуинки везде будут, кстати. В первой части такая же хрень была тоже. Блядь, не знаю, выйду отсюда. Кстати, тигларь не всех там еще, кстати, полно их было. База, я седьмой. Кстати, вода, скорее всего, не очень-таки хорошая. И там, кстати, была хрень какая-то. Смотрите под ноги, тут какая-то слизь. Мостиком с вами выделили. Вот это да. Тут это слизь, скорее всего.
Огнемет Инферно — простое эффективное оружие. Выпрыскивает самовоспламеняющийся химический состав, который практически невозможно погасить. Незаменим против скопления живой силы противника. Наконец-то вылезла табличка, что мы поднимаем. Мне нравится, как перезаряд так. Так, оружка привет. Так, у нас огнемет есть. Кстати, это еще не все оружия. В первом Криде там еще одно супероружие было. Так я не помню, правда, как оно называется. Криндель, да, точно. Криндель, либо Гриндель, вот так. Сохранимся. Ух, там сколько, блядь. Кто там взрывается так? Их наших чуваков всех положили. Хотя нет, тут у нас один чувак был. Два. Ну, ладно, не дрищи, я один качок. Нормально. Еще давайте сюда. Блять, и как тут запрыгнуть-то? Разрабы игры, вы что, совсем издеваетесь, что ли? Есть правда. А вот, точно же, это же запрыгивать. Вспомнил, вспомнил. Так. Да, где вы скорее будете? Сколько оружия? Офигеть, сколько оружия. Вот мне интересно, куда он все это оружие ложит. Окажите помощь союзникам, короче. Как я им буду оказывать, если тут все закрыто? Наконец-то. Давай быстрее. Ты ж, бля. Кстати, им же оружие, мы их легко убираем. Только попасть надо. Энергоснаряды. Это для... А, это для лазера, да, скорее всего? Угу. Так, мы уже сюда не запрыгнем, да? Куда идти-то, ёб твою мать? А, вон. У нас чувак на эту коробочку, блядь, маленькую запрыгнуть не может. База, я пятый. У нас раненые. Нужно два эвакуатора. Пятый, я база, тебя понял, высылаю. Блядь, это тупие текстурки. Нехерее просто. Бля, ебануть бы по своему персонажу. Как можно вот сюда, блядь, не запрыгнуть? Давай, ёпт, ты заебал уже. База, я в
по бомбоекомплекту на человека. Нужна поддержка. Второй, я база. Четвертый, недалеко от тебя. Держись. Второй, я четвертый. Выдвигаюсь слева от тебя. Не стрелять. Сука. Гори, сука, мразь ебаная. Охренеть! Охренеть! Когда я пизданул по своему чуваку, он, блядь, только заработал вообще. Я офигею. Нихера себе подпрыгнул. Тут объемчики! Назад! Назад! Так это наши чуваки. Как это бронирование, сучки? Видите, тут так. Такой энергозаряд, а тут вообще другой какой-то. Дэйв, попробуй обойти их через ту щель. Понял. Блять, они так бегают вообще. А это роботы какие-то, что? Я сейчас думаю, тут повыбегают твари. У меня лазера не осталось, как же он быстро используется? Вот что мощное оказывается, но выстрел тоже убивает. Дэйв, попробуй обойти их через ту щель. Понял. Блин, я уже задолбался сходить. Так. Все отходим. Вся оружка еще понасобираем. База, я четвертый. Отошел на место эвакуации. Жду транспорт. А, генератор вард. Так, смотрим. Сохраниться б надо. База, я
же ничего нету, да? Я так понимаю. Первый, я второй. Жду тебя у дома. Осторожно, где-то рядом замечена пара рейнджеров. Второй, понял. Скоро будем у тебя. Так, нам нужно найти выход с базы. Хорошо. Мы тут были? Нет. Сука. Это самое наводящееся, да? Или нет? Блин, мощный чувак. Давайте поскорее мы с вами выйдем от этого дурдома и пройдем мы с вами первый крит, второй точнее. Интересно, огнемет повлияет на них? Офигеть. Значит, он так жгет, как никто не жег. Вот и наша фиговинка. Смотрим. Ох, надеюсь, мы все с вами прошли. Все-таки крит этот эпизод первый. Почему, не знаю, второй не начали делать? Тоже непонятно. Они все друг на друга похожи. Внимание! Получен новый приказ от командования Легиона. Космическая станция Савитар подверглась внезапной атаке Теглари под угрозой строительства гиперпространственных врат. Наиболее вероятно, что последует еще несколько атак, чтобы сорвать запуск. Мы направляемся туда. Все такие мужики, это братья, похоже, сами, блядь. Что-то похожи так друг на друга, на себя вообще. Так, космическая станция Савитар. В самом разгаре боевой операции на Европе часть штурмовых подразделений Легиона успешно перебрасывается в пояс Койпера. Так, ладно, хер с ним сейчас у нас. Без приказа, ну вот, мы с вами зайдем и возьмем. Битва за Савитар. Так, мощные пушки у нас лежат, да? Теглари в секторе один. Уничтожьте их. Как, конечно же, в секторе у меня будут. Все-таки гранаты лучше всего раскидаю. Ох, здоровья как мало, ребята, я только заметил, честно говоря. Здоровья мало, 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 но мы с вами сейчас 4 ампулки используем. Все, нормас. Мясо начинается. Кстати, смотри, как они офигевшие вообще. Чё ты меня стреляешь? Завершена первая фаза подготовки к открытию гиперпространственного портала. Ох ты ж, блядь, иди на. Сохранюсь-ка я.
Кстати, я помню, вот на этой херне зеленое здоровье заканчивается. Да, я не пойду туда лучше всего. Мне интересно, как они тут появляются просто? Блять, твари эти валяются. Жду приказа, пидрилки. Интересно, дверь просто так не должна открываться. Это наши роботы, надеюсь. Ха-ха, прикольно. Здорово. Люблю роботов. Ах ты ж мазафака. Тут справляться буду я. Там лежит. А, это чья-то нога, походу. Заебал. Кстати, вот они появляются всегда, так падают. А роботам похер, они ходят спокойно. Это, наверное, скорее всего, за каждого этого. Скорее всего, дают сходить сюда проветриться. Ну, как такового, видите, нам проветриться не надо. Берем и валим всех. Роботы, вы еще такие эти. Стоят тут, блядь. Мне типа по арсеналам прогуляться нужно, да?
Эх, скучно что-то ожидать их. Так, это у нас арсенал, да? Всех роботов на фарш пустили. Только интересно, где на самом деле роботы? Пространственное соединение установлено. Посмотрим, что нам сейчас напишут. Ну все, мы с вами защищали эту хрень, как могли. Что, типа победили, да? Пиу. Такой типа все отлично идет. Смотрим, что же это такое, ё-моё. Все, вот, ребята, мы с вами пошли, прошли нашу игрушку Creed Battle of the Savitar based on the Extend Engine. Extend Engine, значит. Ну все, ребята, мы с вами прошли легендарную игрушку Creed. Следующее видео это будет прохождение либо Silent Hill 4, либо продолжение. Будем продолжать проходить наш Painkiller. Painkiller у нас дохренище, и мы с вами будем его проходить. Либо какие-нибудь еще игры, только уже с более офигенской графикой. Но это посмотрим. Так что, ребята, до скорого. Подписывайтесь на мои видео, ставьте лайки, ждите обновлений всяких прохождений и тому подобное. До скорого.